Мы разобрали комбинаторные доказательства. Есть еще два вещи. Доказательства в статье к нему такой эпиграф. И каждого в свою уложит яму. Идея очень простая. Если у нас есть любое число, не делящееся на p, то умножение на него задает перестановку на множестве всех остатков, ненулевых остатков отделения на p. Давайте, во-первых, поймем почему. Вот у нас есть числа. А умножить на 1, А умножить на 2, А умножить на 3 и так далее. А умножить на P минус 1. Число А не делится на P. Поэтому все эти числа не делятся на P. Какие-то два из них дают один и тот же остаток. То есть А умножить x и а умножить на y дают один и тот же остаток. Хорошо. В таком случае их разность а умножить на x минус y будет делиться. Но а не делится, значит x минус y должно делиться на. То есть это числа, дающие один и тот же остаток. Ну а x и y принадлежат множеству чисел от 1 до плюс 1. Значит, если они дают одинаковые остатки, то это просто одно и то же число. Таким образом, действительно, умножение на а задает биекцию, задает взаимооднозначное соответствие. Давайте возьмем какое-нибудь не очень большое число p. И, собственно говоря, посмотрим при разных а, как это будет выглядеть. Проще говоря, рассмотрим таблицу умножения в мультипликативной группе вычетов по модулю p. Из чего она состоит? Из чисел, сравнимых с единицей по модулю p. Это один ее элемент. Из чисел, сравнимых с двойкой, это другое, и так далее. По минус 1, это последний элемент. Например, p равно 5. Тогда табличка совсем небольшая. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Каждый раз перемножаем и берем остаток. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 6, то есть 1, 2, 4, 8, то есть 3, 3, 2, это у нас 1, 3, 3, 9, то есть 4, 3, 4, 12, то есть 2, 4, 2, мы уже знаем, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 16, то есть 1. Вот, плюс умножение. Заметьте, в каждой строке перечислены все числа 1, 2, 3, 4 в каком-то порядке. Вот и все. Как из этого получить малую теорему Ферма? Ну, наверное, скажем, возьмем тройку. Возьмем тройку и перемножим все числа этой строки. Пишем 3 умножить на 1 умножить на 4 умножить на 2. Но вспоминаем, как возникла эта тройка? Как 3×1. Как возникла эта единица? Как 3×2. Как возникла четверка? Как 3×3. И, наконец, двойка возникла как 3×4. Значит, это 3 в четвертой степени умножить на произведение чисел.
Но здесь то ведь стоит тоже 1, 2, 3, 4. Значит, если мы возьмем разность, она должна делиться на 5. А разность это что такое? Это 4 факториала умножить на 4 факториала, 1 на 4, умножить на 3 в 4, 3, минус 4 факториала. Это делится на 5. Выносим 4 факториала. Получается, что 4 факториала умноженное на 3 в 4 минус 1 делится на 5. 5 простое число, 4 факториала на 5 не делится, значит, вот это сколько 3 в 4 минус 1 делится. В общем виде вы понимаете, что это выглядит ровно так же. Мы берем, ну, давайте я еще какое-нибудь время покажу. Все-таки перед тем, как я покажу какой-нибудь пример. В книжке взято а равно 4, b равно 19. Смотрите, как выглядит доказательство тем методом для этих чисел. Очень просто. Пишем 1 умножить на 4, 2 на 4, 3 на 4, 4 на 4. 5 на 4, 6 на 4 и так далее, и так далее. Я уж не буду писать дальше. В конце будет 17 умножить на 4 и в самом конце 18 на 4. После, да, понятно, что это в точности то же самое, что 4 в 18 степени умножить на 18 квадратов. Вот. Теперь соображаем, что 1жды 4 – это 4, 2жды 4 – 8, 3жды 4 – 12, потом у нас пойдет число 16, 20, то есть 1, потом пойдет 5, 9, понимаете, как я это, да, все время четверку прибавляю, 13, 17, 21, то есть 2, 6, 10, 14, 18, 22, то есть 3, потом пойдет 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, все. Все 18 чисел написаны. Пересчитайте. Следующий было бы 19, но это уже было бы слишком много, да? Это было 19 число, его нет. Это в точности 18 факториалов. Ну вот и все. Значит, получается, что когда из числа 4 в 18 степени умножить на 18 факториалов, вычитаешь 18 факториалов, то это будет делиться на 19. Выносим 18 факториал, получается, что 4 в 18 минус 1 делится на 19. Вот и все. Замечательно простое доказательство. Перемножаем все ненулевые остатки. Каждый из них домножаем на число а. И обнаруживаем, что остатки переставились. Значит, произведение не изменилось. То есть а в p минус первой степени умножить на p минус 1 факториал это то же самое, что p минус 1 факториал. Мало этих информаторов.